Пополнить свою копилку голдой, заходи на сайт водки.ру. Тут проводится бесплатная ежедневная раздача золота в виде 5000. Также из кейса может выпасть премиум танк и большое количество золота. Переходи по ссылке в описании и используй промокод со скидкой. Итак, всем привет, друзья, с вами Маракасси. И сегодня я хотел бы рассказать вам очень интересную информацию об акциях. Но прежде чем мы начнем, вот победитель прошлого видео, он получил голдовый приз. И помимо голды, сейчас еще и разыгрывается премиум танки 6 уровня по видео. Есть небольшой шанс, ну, примерно где-то, может быть, 5-6 премиум танков 6 уровня разыгрывается в месяц. И если вам повезет, вы, собственно, пополните свою копилку довольно неплохим призом. Ну и если интересует, просто ставьте лайк под этим видео в комментарии, укажите ссылку на свой профиль ВКонтакте. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. В общем-то, это очень важно, потому что это влияет на розыгрыш. Без подписки, ну, как бы невозможно выиграть. Итак, ребята, давайте начнем. Как вы наверняка знаете, разработчики очень и очень любят награду Golden Joystick. Они неоднократно в ней выигрывали, даже в прошлом году гордятся этой наградой. И стараются как бы попробовать еще раз выиграть уже в 2018 году, где игра, в принципе, ну нельзя этого отрицать, глупо этого отрицать, сильно изменилась, по крайней мере, во внешнем своем обличии. Ну и в целом, я думаю, даже и по геймплею в некоторой степени. Давайте расскажу об акциях, которые разработчики предоставляют нам для того, чтобы поддержать, чтобы мы проголосовали за игру, для того, чтобы поднять ее в очередной раз вверх. Ну, в общем, если есть желание, конечно же. С 10 октября, собственно, это уже идет, может быть, вы даже слышали об этом, 9.00 по 12 октября, 9.00, проводится очень простая ЛБЗшка, нужно сыграть 3 боя, награда 50 тысяч серебра, и можно получить 6 эмблем, весьма таких красивых, правда, мне эта эмблема опять напоминает, честно говоря, какие-то немножечко, ну, некрасивые такие, ну, символы, в смысле, какие-то, вот, не знаю, чуть ли не фашистские, но, наверное, это мои ассоциации такие неправильные какие-то. Ну, на самом деле, эмблемка классная, действительно. И дальше, в общем-то, ограничение один раз на аккаунт, 6-10 уровень. Ну, простая ЛБЗ, 50 тысяч серебра лишними не будут, я считаю. Вторая ЛБЗ будет с 12 октября 9.00 по 14 октября 9.00. Нанести технике противника 3000 единиц урона за любое количество боев. Вам будет выдано 15 тысяч опыта. В общем-то, начисляется на танк, завершивший выполнение задачи, учтите это. И 5 больших ремкомплектов. Один раз на аккаунт, конечно же, в случайных боях. Третья ЛБЗ с 14 октября 9.00 по 16 октября 9.00 заработать 3000 единиц опыта за любое количество боев, 50 тысяч серебра и 6 эмблем. Весьма таких неплохих, я так понимаю, тут какой-то изображен рыцарь, вернее его рука с мечом или что это. Ну, в любом случае, конечно, как, в общем-то, говорится, мелочь, но приятно. И следующая, четвертая ЛБЗ с 16 октября 9.00 по 18 октября 9.00 победить 3 раза. И дается 5 больших ремкомплектов и опять 15 тысяч опыта. Опять-таки начисляется на тот танк, на котором вы завершили эту ЛБЗшку. Это очень важно, в общем-то, понимать. И следующая, пятая ЛБЗ, с 18 октября 9.00 по 20 октября 9.00. 50 тысяч серебра и 6 эмблемок дается. Тут такой еще интересный нюанс в плане звездочки на этой эмблемке. Ну, красиво, ладно, окей. И один раз на аккаунт. Дальше у нас шестая ЛБЗ с 20 октября по 22 октября. 3 раза попасть в топ-10 своей команды по опыту. Не обязательно подряд. Дается 15 тысяч опыта и 5 больших ремкомплектов.
Ну, я не буду упоминать, что на том танке, на котором вы завершаете, собственно, опыт туда и достается. И предпоследний ЛБЗ с 22 октября 9.00 по 24 октября 9.00. Уничтожить 3 машины противника за любое количество боев. Дается 50 тысяч серебра, 6 подписей Bring the Heat, ну, то есть зажжем. И, правда, ну, старая, по-моему, надпись еще с прошлого года, я так понимаю. Ну да ладно, и последняя ЛБЗ с 24 октября 9.00 по 26 октября 9.00. Три раза попасть в топ-10 своей команды по урону, а не обязательно подряд. 15 тысяч опыта дается, 5 больших ремкомплектов, 5 больших аптечек и 5 больших автоматических огнетушителей. И вот такие вот все призы. Также каждый шаг, в общем-то, вы можете проголосовать за игру на разных сайтах, поддержать ее, если вам она нравится. Ссылку я размещу в описании. Это, ну, в общем, тут вроде бы нету, не сказано, что обязательно нужно ну, голосовать, но, в общем, все-таки, раз разработчики какую-то ходу устраивают, почему бы их не поддержать, на самом деле. Ну, на ваше усмотрение, конечно же. Ну, и еще стоит отметить, что если, ну, все-таки игра и на этот раз выиграет, в номинации все еще играют, да, именно так эта номинация Golden Joystick Awards называется, то тогда наверняка будет еще дополнительная какая-то халява. И на этом все, ребята. Вот такая вот информация. В принципе, что тут можно сказать? Ну, выполняешь ЛБЗ, получаешь халяву. Не очень большую, но тем не менее, к тому же некоторые эмблемки, они уникальные, они редкие. И, ну, я думаю, если вы любите копить всякие эмблемки, всякое такое, что-то уникальное, редкое, то тогда, может быть, стоит повыполнять это. К тому же тут, ну, все выполняется это очень быстро. Ну и плюс опыт, то есть довольно-таки много опыта дополнительно по 15 тысяч. Если у вас еще осталось с камуфляжа X5 опыта, то вы очень быстро прокачаете какой-либо танк. Хорошо, кстати, если вы не донатите, тоже очень классно по 15 тысяч опыта получать. Также дополнительные ремкомплекты, там, ну, аптечки, огнетушители тоже, в принципе, пригодятся, в дело пойдут, почему бы и нет. Насчет того, заслуживает ли игра, ну, звание, честно говоря, я считаю, да, заслуживает. То есть можете упрекнуть меня, что я продал СВГ, но игра очень сильно поменялась, по крайней мере, ну, разработчики что-то делают. Я не говорю, что они все правильно делают, с балансом по-прежнему, мягко говоря, в игре все очень печально, но для меня уже тот факт, что разработчики что-то делают реально, то есть куда-то стремятся, что-то у них получается, что-то нет, уже это как бы конкретно для меня значит, что в принципе, ну, можно как бы поддержать игру. И просто я исхожу из того, что я надеюсь на то, что игра действительно будет становиться лучше, и что разработчики все-таки не остановятся и по итогу дожмут, то есть получится у них что-то интересное, потому что сейчас на данный момент игра, ну, не в лучших еще кондициях находится, то есть что-то лучше становится, но по-прежнему нужно стараться, и только в этом случае, если там действительно все силы по итогу вложить, там, выложиться на 150%, может получиться что-то годное. Ну, как бы идет вроде бы направление в этом, но пока что еще игра далека до совершенства, мягко говоря, особенно в плане баланса. Но в графическом плане она действительно поменялась в гораздо лучшую сторону, что тоже, в принципе, является преимуществом. Ну, вот такое вот мое субъективное мнение. Конечно, никого не заставляю, никого не призываю, просто высказал, ну, свои мысли. Ну, я рассказал вам об акциях, по крайней мере, халяву вы себе нафармите, если захотите. Спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Желаю вам удачи, пока!